Ева Партум одной из первых начала заниматься концептуальным искусством в Польше. А в 70-е, в период второй волны феминизма, она показала работу под названием «Изменения». Вернее, это был даже, по-моему, 74-й год. В ходе перформанса она попросила гримера состарить ровно половину своего лица, тем самым показав, что она не согласна с тем, что большинство женщин воспринимаются через призму их сексуальности и общей привлекательности. Таким образом, Ева также обращалась к проблеме самоидентификации женщины-художницы, и спустя несколько лет она продолжила эту работу, но попросила гримера состарить уже половину своего тела. Так она находилась в галерее среди публики, а в конце процесса назвала свое тело объектом искусства и тем самым ввела его в феминистский дискурс. В 90-х французская художница Орлан меняла свое тело с помощью пластических операций, тем самым пытаясь приблизить его к образам с классических живописных полотен. Позже художница деконструировала каноны человеческой привлекательности и вживила себе в лоб импланты для скул. Сами операции проходили под местным наркозом. Во время операции Орлан была в пышных платьях, и весь этот процесс был похож на торжественный ритуал. Нэнси Юдельман, американская художница, которая преимущественно занималась скульптурой, в своих объектах она соединяла женскую одежду, женское белье с разными предметами, которые могли быть найдены на улице, а также с органическими материалами, с деревом, с корой, с листьями. Начинала она с перформансов, и одной из самых известных ее работ была совместная работа с Карен Лекок. Это был, по-моему, их выпускной проект, это было в 70-х, и он был показан в Woman House, это большая феминистская выставка в Калифорнии, в которой участвовали только женщины. И во время этой выставки они вдвоем создали комнату Леи. Лея — это героиня романа, куртизанка, для которой внешность — ее профессиональная особенность. Перформанс заключался в том, что Лекок сидела перед туалетным столиком, заставленным косметикой и парфюмами, и долгое время накладывала макияж и стирала его, как будто бы недовольная результатом. Вали Экспорт – это австрийская художница, которая родилась в Вене и до 14 лет воспитывалась в католическом монастыре. И в то время как бы она могла быть, ну, только в классическом понимании там мамой и женой, была домохозяйкой. И только через какое-то время она поняла, что хочет заниматься искусством. И тогда это были перформансы, и один из первых, он был, по-моему, в 72-м или в 74-м, это был тактильный кинотеатр. Тогда как раз
в Европе были достаточно популярные эротические сеансы в кино, и она решила высказаться на эту тему и сделала работу, в которой надела на себя коробку и с такими занавесками, и на улице желающие могли подойти и в течение, по-моему, 12 секунд просунуть руку между этих занавесок и как так прокоммуницировать с художницей. То есть это было как ноу-хау такое, да? Ну вот да, так... Такого не было раньше, ну, до этого? До этого не было, а после эту работу повторяли еще другие художницы, потому что она была достаточно значимая там, в феминистском искусстве, и сейчас еще остается, и как бы и Вали тоже вошла в историю, как такая одна из основоположниц этого течения. Дальше у нее еще была работа, которая тоже связана, кстати, с ногтями. Она во время перформанса находилась в галерее и очень жестко таким ножиком, по-моему, как-то убирала с себя кутикулы, ну, со своих там пальцев кутикулы, а позади нее находилась фотография двух девочек, которых отдали в детский дом, как бы из-за жесткого обращения родителей с ними. Вот, и когда она резала эти ногти, она потом макала руки в молоко, и как бы в молоке оставалась вся эта кровь. Ну вот, и был достаточно такой. То есть само зрелище, оно осталось на видео сейчас, документация осталась, но само зрелище достаточно такое, как бы, сложное для восприятия, и как бы оно как бы переживала не сама художница, но и те, кто это видели. Так это можно считать, что прародитель маникюра вот этого вот, как сейчас мы делаем, мокрого. Классического, правильно? Ну, макала молоко, то есть как бы это двигало кутикулу. Ну да, да, да. То есть раньше как бы все равно маникюр делали, но не делали его так досконально, как делают его сейчас, то есть без инструментов. То есть это двигали, просто убирали длину пилочкой специальной, и отодвигалась кутикула, ну практически ее не трогали. А, ее не обрезали просто? Нет, ее даже не отодвигали. То есть ее просто так вот как бы пилочкой на каточек приводили в порядок, и какими-то там красками разрисовывали ногти, ну специально, специально этот момент. Это как история вот из того, что было. А она как своего рода может быть прародительница классического маникюра. Ну получается так. Ну да, но она как бы этим еще такую серьезную тему подняла и решила как бы сказать об этом вот в такой способ, как бы, что переживая какие-то, ну, женские, вернее, там, какие-то процессы, которые там типично делают женщины, но говорила о другом. Вот, у нее еще также был перформанс с ее напарником Питером Вайбером, который, кстати, родом из Одессы, но его родители мигрировали в Вену во время Советского Союза, когда поняли, что уже пора уезжать как бы из этого пространства. И он начал уже в Вене. Он сначала, первое образование у него, по-моему, филологическое, а потом в Вене он заканчивал математику и логику, и был таким достаточно интеллектуальным художником и мыслителем, и он тесно общался и как бы и работал с венскими акционистами и сотрудничал, естественно, с Вали тоже, как бы они делали совместные работы, и одна из них, Вали, вывела его гулять на поводке на улицу, и при этом они были там очень хорошо одеты, она была в шубе, а он был в таком костюме офисном. И все это как бы выглядело как такой вот, как будто бы она выгуливает своего домашнего пса. И при том, что он, ну, как бы не был там каким-то агрессивным или там диким, или еще что-то, это он был такой домашний пес, но при том очень как бы это перекликалось с тем, что он как бы такой маленький офисный человек, который вот может быть даже в такой роли. Интересно. Это был тоже, опять же, эксперимент. Да, да, это был эксперимент, и люди реагировали на это, да, они так прошлись по улице. Люди? Реагировали по-разному, но в целом, я думаю, что просто как бы это такое действие на улице, смотрели, естественно, и как удивлялись, да, как это, мне кажется, сейчас бы происходило. Был еще такой художник Кулик, который тоже как бы предстал в роли собаки, но он как бы был такой, как бы дикой, такой агрессивной были собаки, и поэтому показывал, что там вот, что как бы человек вот может быть таким, то это была, ну, как бы похожая форма, но все происходило немного по-другому. Еще одна художница, Ребекка Хорн, немецкая художница, и она тоже как-то пыталась модифицировать тело, но не прямым воздействием на него, а уже с помощью костюмов. И случилось все так, что когда она училась в колледже, она отравилась какими-то
строительными парами, и там где-то полгода находилась в изоляции, в больнице, и ни с кем не контактировала. И это время она создавала костюмы, которые как-то дополняли или изменяли тело. И один из таких костюмов она сделала для своей одногруппницы, он назывался «Единорог», и она создала для нее такой рог, который там позволял как-то держать осанку ровно и, ну, менял, в принципе, образ человека. Он был такой сюрреалистичный, немного как бы сказочный, не похож как бы на что-то привычное. И позже даже этот костюм вдохновил Готье на создание костюма для Лилу в «Пятом элементе». Потому что там тоже были такие полоски, которые вот у нее потом были на теле. И там он тоже также крепился с помощью таких полосок. В целом она продолжала делать костюмы. Один из них это была такая маска с карандашами, и которая позволяла как бы рисовать, допустим, просто головой. Тут еще возникал вопрос, в принципе, чем художник создает образы. То есть он их создает глазами или головой или телом. И тут как бы она все это соединила, потому что получается, что она как бы глазами это делала, но как бы там и всем остальным совместно. То есть тут как бы она показала вообще, как в принципе художник создает произведение. Но с ногтями у нее тоже была история. Она как-то сделала такие перчатки, которые были с такими очень длинными пальцами, можно сказать, таким продолжением ногтей, и которые позволяли ей потрогать две стороны комнаты. И она записала это на видео. Но она вот так вот шла, и это были такие огромные, просто длинные такие как бы ногти, пальцы, и она как бы ими там трогала две стороны комнаты. И здесь это видео тоже можно посмотреть. Ханна Вилке – художница еврейского происхождения, но жила в Нью-Йорке и работала преимущественно со скульптурой и с перформансом. Скульптура – это были небольшие объекты, которые одновременно напоминали выпечку традиционную еврейскую, потому что она была из еврейской семьи, и женские половые органы – это были такие какие-то конвертики, которые чем-то похожи на вагины и на печенье одновременно. Также у нее есть перформансы, во время которых она взаимодействовала с публикой, и один из них это было такое действие в галерее, где она флиртовала со зрителями, находясь без рубашки, а они в это время жевали жвачку. И позже Вилке собрала у них эту жвачку и обклеила себя ею как бородавками. Еще один перформанс, тоже связанный с жевательной резинкой, проходил в Централ Парке в Нью-Йорке, и, к сожалению, не осталось документации, но есть история, и он заключался в том, что она пришла в парк и раздала детям, которые там гуляли, жевательную резинку, и при этом научила их лепить из нее вагины. И спустя какое-то время по парку гуляло множество мальчиков и девочек, обклеенные все вот этой жевательной резинкой и такими в эротическом виде. Но Вилке часто критиковали за то, что она эксплуатировала глянцевый образ, потому что она была типично красивой женщиной, и за то, что она размывала границы между объективацией и критикой этого явления. Но критика утихла, когда ей диагностировали рак, и последняя работа художницы была достаточно грустной и серьезной, потому что она документировала свою долгую борьбу с болезнью в виде фотографий. Это были снимки ее тела и того, как оно меняется в процессе болезни.